Другим новостям. В Якутске с рабочим визитом находится первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко. Сегодня он посетил республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов, а также проверил ход строительства республиканского детского реабилитационного центра. Алексей Вовченко подчеркнул, что строительство этого центра на севере – это хорошее начинание в деле улучшения качества жизни детей с инвалидностью. Такие центры повсеместно открыты в западной части страны. И теперь дети Якутии будут иметь возможность получить качественную помощь специалистов, не выезжая за пределы республики. По тем масштабам, которые сейчас есть, это колоссальный реабилитационный центр. Я так думаю, в стране такого для детей-инвалидов, который будет введен еще в 2017 году, будет достроен. Но я в стране такого не видел. Масштаба, действительно. Тем более примечательно это видеть здесь, на севере, такой масштаб. Я просто посмотрел, что запланировано, в принципе. Вот, наверное, это будет уникальное, единственное такого масштаба и плана учреждения для реабилитации детей-инвалидов. Самое главное, что в принципе потребности республиканскую оно будет именно удовлетворять. В целом хочу сказать, молодцы, система достаточно четко налажена.